думаешь, вот здесь вот бы было удобно. Со стола убрать туда капельки. Нет, дома все. Нет, дома. Сейчас, минутку. Да. Пускай все заходят сюда. Свидетель. Сейчас она протрет. Ну и в доме сидишь, вода. Да. Думаю, уже догадывается. Да. Чудные дары. Баба, иди скорее. Иди. Заходи. Заходи, заходи. Скорее заходи. Бабе дар. Чем ты дашь? Так, Ирина Анатольевна, с этой стороны заходи. Это то, о чем мы молились. По 890 страница, вот здесь за 1000 с этими с фотографиями. Что означает это? Это флаг. А тут зеленое вкрадывается. А раз мы думаем о небе, значит зеленые плоды святые. Ну и само собой белое. В каждой. Вы найдете себя тут неоднократно. Здесь что? Эпиграф и проповедь в стихах. Эпиграф, проповедь в стихах. И дальше фотографии. Вы найдете здесь много и свои, и ваши знакомые. Спасибо, Христос! Аллилуйя! Это подарок за вашу доброту. Спасибо, Христос! Я вам говорил, что если будет, привезли сегодня. Угу. Конечно, все мы еще не получили, всего только 10 экземпляров. А экземпляров-то совсем немного. Угу. Посмотри, внизу просчитай. Да я не смогу. Все? Без очков. А где хозяин-то? Уехали. Уехали. Можешь закрыть, не убирать, чтобы полежало до его приезда? Ну ладно. Вот он придет и расскажи. Скажи, проповеди в стихах не было от самого сотворения Адама. А здесь сколько примерно? 3300-400. Ну, около 4000. 3000. Ну да, если все. Да. Походу, вы чем открываете ее здесь. Видите, как каждая строчка. Ну, это я знаю. Это у вас же были стихи «Церковь, свобода, тюрьма». Было. Теперь все мы соединили. Все во всем. И здесь «Церковь, свобода, тюрьма», она по четырем томам разбросана. Особенно эту фотографию прислала она Надя Дмуха. У нее нет фотографировать, у кого-то заняла. И фотографировала она, присядет прямо с полу. Больше 100. Проверил, ни одна не подходит. И тут по-теряевски подъезжают. Газель. Я подошел, оперся. Я нас сфотографировал, она пошла. Почему? Потому что это РИО Новости, Российская информационная агентство, приезжали тут, фотографировали. Ну, это понятно. Как говорят, у него есть слабость, голубей любит. Я считаю, это не слабость. Ну, а это путешествие. И вот здесь вот все разные картины. Что это означает? На фоне флага. Я вот всегда проповедую. Это что означает? Издание книг. А это что здесь означает? Снимаю съемки. А здесь что есть такое? Ну, здесь просто так, как есть. Угу. Каким шрифтом? Мы сколько собирались тогда здесь, а кто там зашел, сразу-то кинул, его три взяли. Ну, я уж не помню, Тяжкин, Денис Тяжкин. Ты его снес туда? Да, ну должен быть, да. Один дал себе, и три картинки захватил, на четвертую никто не знал, какую. Ну-ка, назови его. Тяжкин Денис? Да. Ну, он какой-то в этом деле специалист. Он все это как будто про нас знал и знал, какие фотографии именно речь шла об этом. Какой шрифт сделать. Тут такие баталии было. Вот. И они все ламинированные. Ты видишь, что означает? Да, красиво очень. Ну, как есть третья проповедь. Ну, я считаю, это моя лебединая песня. Последняя. Да. Слава Богу. Что? Бог дал вам мудрость. Да, вот Господь дал, как вот здесь, когда будете смотреть. И фотографии, и тут, где мы по стране были, какие библиотеки, ну ясно, что тут Потеряевская, то это не собрать было. 380, наверное, только страниц фотографий здесь. Все, благословляй нас. Спаси Христос. Ну, это тебе, вам говорить не надо, что пришел мне из милиции ответ.